Каждый город получает героя, которого заслуживает. У Ривердейла был Фред Эндрюс. Мой папа всю жизнь помогал людям. Я пытаюсь стать достойным преемником. Помочь Ривердейлу. Ты типа супергерой. Кто-то должен очистить город. Как же ты похож на отца. Я знаю, ты хочешь как лучше. Но так лучше не будет. Через 9 месяцев наша школьная жизнь закончится. Пора радоваться жизни. Отличный тост. Закончим год хорошо. Вместе. Ученики Ривердейла, в наши ряды проник враг. Новый директор, мистер Ханни. Теперь все изменится. Будет порядок. Дисциплина. Джекхед, приходи учиться литературному мастерству в школе Стоунвелл. Я думаю о том, чтобы заняться производством рома. Много поколений нашей семьи занимались ромом. Против меня и твоей сестры вы обречены. Папа, я тебя уничтожу. За наш бизнес. Приятели обустраивались на новом месте, не ведая, что одному из них суждено стать идеальной жертвой идеального убийства. В школе происходит нечто странное. Пропавшие ученики, мертвые писатели, учитель-самоубийца. Джак, ты должен уйти из школы. Я подошел слишком близко к правде. Они хладнокровно убили меня и пытались повесить вину на Бетти. Идеальное убийство. Сумасшедшая подружка, у которой случился очередной припадок. Им правда могло сойти это с рук. Вот только вы меня не убили, пока Бетти отвлекала вас игрой в кошки-мышки. Эндрюс и Купер. Ого! Я искал правду. Дюпон убивает людей, чтобы скрыть, что он украл книгу моего дедушки. Все кончено, Фрэнсис. О, как сурово. Добро пожаловать в Ривердейл. Тем временем новый мэр Ривердейла загребал себе все, что мог. Хайрам Лодж — воплощение городской коррупции. Пора начать с чистого листа. Я хочу в академию. Я из приемной комиссии университета Айовы. Ты идеальный кандидат в школу агентов ФБР. Злые силы Стоунволла были побеждены, но, по сути, Ривердейл оставался все тем же коварным городком. Тьма возвращалась. Это было на крыльце. Есть подозрительные клиенты? Они все подозрительные. Это могла быть репетиция. Чего? Это только начало.